Всем большой привет! Сегодня видео из разряда портреты орхидей. Это моя красавица. Вот так, вот такая. Trick or Treat Orange Beauty. Красоточка. Она уже нарастила у меня корни, надула ростовые почечки. И радует меня вот таким цветением. Букет из 5 цветочков. Несмотря на адаптацию, несмотря на достаточно недавний приход, она все равно зацвела. Зацвела очень красиво. У нее там вот такие замечательные крапушки внутри губки. Она очень-очень красива. Мне очень нравится. И достаточно щедрый, как по мне, букетик. Цвет играет от такого ярко-оранжевого, прям апельсинового, до такого красно-оранжевого. То есть вы и тут даже при холодном освещении видите эти такие красноватые нотки. Но, скажу вам честно, это гибрид. И я посмотрела, как процвел он у других коллекционеров, собирателей, любителей из этой же партии, скажем так, от того же поставщика. Посмотрела, как цвели в другие годы из более ранних партий или от других поставщиков с таким же названием. Он бывает, уходит более в красный, что тоже очень красиво и интересно смотрится. И, честно говоря, я бы, наверное, даже не отказалась от такого вот более в красного. Но и мой оранжевый мне очень-очень нравится, на самом деле безумно нравится. Если бы мне попался красный, я бы хотела себе такой оранжевый. Да. Так у нас орхидееводов бывает. Цветок абсолютно любимейший для меня формы. Чем-то отдает скальными лилиями, которые мне очень нравятся, но с которыми пока я еще нахожу общий язык. А здесь вот эта красота цветка. Но при этом абсолютно покладистое растение, которое прекрасно растет, прекрасно наращивает корни. Единственный минус, но это лично для меня, наверное, растение достаточно большое. Оно высокое. Вот, видите? Но, в принципе, соотношение размера и количества цветов меня вполне устраивает. Вот такое чудо, оно у меня немножко кренится, я пытаюсь его выравнивать, но уже, как говорится, какой рост выбрала, растение такое выбрала, исправлять картину уже буду с новыми бульбочками. И растение сильное, растение достаточно живучее, потому что вот сейчас я вам покажу. Когда я раскопала мох, я нашла вот там вот такой маленький ростик, он был совсем маленький и белый. И вот сейчас он позеленел и вырос уже в два раза. Посмотрим, может быть, он будет расти и дальше. И вот, собственно, вы видите новые корешки и напухшие. Вот уже даже отделилась почечка, которая будет расти. И там вот видно. Растение, в принципе, очень приятное, очень красиво смотрятся бульбы. Ну, конечно, когда они уже наросли в ваших условиях, они более налиты, более привычны к вашим условиям. У меня они немножко уже посморщивались, потому что все-таки идет адаптация, и она как раз с этого роста наращивает корни. И при этом даже так неплохо выглядит. В общем, хороший, сильный такой на самом деле получился гибрид с очень-очень такими красивыми, играющими. Вот смотрите, видите? В зависимости от освещения цветами. Вот так вот это солнышко из окна. Вот так вот это холодный свет из моего лайтбокса. Вот такая интересная красотка, неприхотливая. Если кто хочет, вот рекомендую эту даму. Не будет вам крутить мозги, будет расти и цвести. Всем большое спасибо за просмотр. Буду рада комментариям, лайкам, новым подпискам на канал. Делитесь с друзьями этим видео. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.